Всем привет, меня зовут Руслан. Я живу без родителей уже 2 года. Я не виню то, что так получилось, потому что это как-то получилось семейно, с семьей, я не знаю. Но я точно знаю то, что мои родители не виноваты. Когда мне очень обидно, я не плачу, я не показываю то, что я очень обидчивый. Я просто куда-нибудь отойду и смотрю в одну точку. Как бы понимаю то, что все в мире прощается, жизнь продолжается, я просто иду вперед, только вперед. И мне как бы хорошо в этой семье, как и в той, одинаково хорошо. Мне в этой семье, в которой я сейчас, дали все то, что мне давали в той, и даже больше. Счастье – это когда ты и твоя семья находятся рядом. Я хочу дать детям все, что не дали мне, и все, что дали мне. Во-первых, чтобы они были всегда рядом со мной, никуда от меня. Красноярский край оказался для меня очень большим. Я убедился в этом в проекте «Сердце километра». Мне этот проект очень много дал. Самое главное, этот проект мне дал дружбу. Научил меня знакомиться с друзьями. И вот в последний вечер я как бы уже понял то, что мы уже с некоторыми ребятами никогда не встретимся. И с организаторами, может, вообще это последний наш вечер. Я вот пришел к нашим организаторам, я принес песню, и как бы я вообще не ожидал то, что так получится, то, что эта песня выйдет в эфир, на телевидении. Теперь я понимаю то, что если ставить цель, ее возможно сделать. И я вот поставил себе первоначальную цель, что я закончу 11 класс и поступлю в институт нефти и газа. Мой смысл жизни – стать уверенным в себе и в других человеком, поднять ближнего, настроить его на хорошее, настроить себя. При поддержке компании «Красцветмет».